Это Габр-Диабас. Карельский Габр-Диабас набран был на одном из карьеров в Карелии, кроме вот этого камня, наверное. Остальное все должно быть Габр-Диабас. Зачем я снимаю этот ролик? Я хочу посмотреть, самому интересно перебрать эти камни для того, чтобы увидеть, насколько стойкий Габр-Диабас в каменке. Вот у нас есть печь Тунгусская 16. К ней есть замечания, но об этом в других роликах. Там металл рвется в отделении для камней. Об этом я буду снимать другой ролик. А сейчас хочу просто показать, сколько стоят камни в печи. Потому что всякие, что нужно пересматривать камни, что они, кто-то говорит, там 2 года работают, они потом выбрасывать надо или что-то как-то так. Но сразу поясню еще, что сколько этим камням. Этим камням, так, сейчас я вспомню, в 2010 году мы начали их использовать. Да, в 2010 году, сейчас 17-й, то есть получается примерно 7 лет этим камням. Правда, 2 года назад была полная реконструкция бани, поэтому я их перебирал. Были там немножко расколоты, кажется, насколько я помню, потому что печку выносили и вынимали все эти камни. Пытался я еще печку подваривать. Но вот сейчас буду вынимать эти камни, посмотрим, сколько там раскололось, сколько на выброс. Сейчас посмотрим. Очень давно камень, еще в старой каменке у нас был, остался еще в старой каменке. Тоже не диабаз, какой-то красноватый камень, тоже от старой каменки, трещинки в нем есть, но сколько-то еще служит, такие трещины. Круглый камень, тоже склонный крошиться, но пока живой. Это еще не диабаз, тоже с трещинкой. Один тоже обколотый. Пока столько получилось. Еще не все. Надо здесь как-то включить подсветку на видео.
колется камни. Он в самой глубине был, огню был подвержен. Вот он раскололся. Диабаз живенький. Раскололся кусок. Вот он был. Вот такой вот он был. Кусок диабаза. И там вот он лопнул. Держится. Так, ну тут вот, тут осколки есть. Так. Вот мелочь осталась, основное сейчас вытащить. В общем, вот такая вот картина. Что я хочу сказать, габбродиабаз почти весь живой, но есть, конечно, и такие вот камешки с трещинами, есть реально сломанный, как вот этот камень, например. Но в основном более-менее, вот сколько лет уже можно сказать, это держится габбродиабаз. Некоторые камни, конечно, вот это не габбродиабаз, я не знаю вообще, еще от старой печки остался. Вот этот хороший камень, всегда на него лью, он сверху лежит, вообще не лопается. Вот еще какой-то камень тоже откололся. Ну, в целом, как видите, габбродиабаз работает хорошо. Недорогой камень. У нас тут в Карелии и рядом с Карелией можно его так добыть и бесплатно. Ну и, в общем-то, дешево и сердито, и все работает. Но, как видите, раз в несколько лет надо перебирать. Особенно если есть вот такая вот проблема с печкой тунгуска, термофор. Но это уже в другом ролике.